На сцене Александр Яковлев, Ольга Восконьян. Спасибо, что пришли. Что-то думали, что будет народу больше. Но все равно мы всем очень рады. Споем сейчас сначала новенькое немножко, а потом старенькое. Да, старую лампу споем, и в общем, все остальное интересно. То, что по душе вообще, то, что радует. Вот. Сейчас поем. Ну, для начала то, что написали в афише, песня о космосе. Красная планета. Кислорода осталось немного, на дисплее красных тревога, но помощь, мы верим, прорвется, хотя это очень сложно. Корабль наш сбит метеором, посадка была нелегкой. Сигнал со станции прибыл, держитесь, мы уже близко. Первопроходцы на Марсе, герои, люди. Первопроходцы на Марсе, мечта и судьба. Новые подвиги будут ждать сильных и юных. Земля ожидает открытий на все времена. Мы строим здесь новый город. Ни год и ни два, но он молод. На этой красной планете будут звонко смеяться дети. Сквозь бури чужой планеты летят земные ракеты. Мы с предком, мы первопроходцы нового мира под новым солнцем. Первопроходцы на Марсе, герои и люди. Первопроходцы на Марсе, мечта и судьба. Новые подвиги будут ждать сильных и юных. Земля ожидает открытий на все времена. Герои, люди, мечта и судьба. Новые подвиги будут ждать сильных и юных. Земля ожидает открытий на все времена. Герои, люди, первопроходцы на Марсе, мечта и судьба. Новые подвиги будут ждать сильных и юных. Земля ожидает открытий на все времена. Красная планета.
мы выходим на свет. Мы стремимся вперед, разбиваясь в ночи, разбиваясь о лед. Ты не видишь вдали, как уходит наш день. Ты над миром лежишь, тьмы холодная тень. Непреодолимо. Странная ночная пустота. Светят звезды мимо, и о нас забыли навсегда. Но не тает вдали огонек от земли, и надежды не спит сердце пламя внутри. Холодный шок прорезает лед, но в уставших сердцах надежда живет. О, непреодолимо. Странная ночная пустота. О, светят звезды мимо, и о нас забыли навсегда. Отличный комментатор, комментарий. Сейчас будет, будет обязательно. Ну а сейчас песня, которую мы презентовали недавно, этим летом. Она посвящается
Она посвящается фильму, который снял Павел Клушанцев, великий кинорежиссер, сценарист, пропагандист освоения космоса. По-моему, он как раз жил в Санкт-Петербурге. Я очень советую всем тем, кто не знает и не смотрел его фильмы. Он снял такой фильм, как «К звездам» 1957 года. Я думаю, что, возможно, этот фильм, это научно-популярный фильм «К звездам», я думаю, может быть, этот фильм смотрел сам Юрий Гагарин, и, может быть, этот фильм поспособствовал тому, что он записался в отряд космонавтов, которые в тот момент начали формировать. Потом в 1965 году он снял фильм «Луна». Мы недавно презентовали песню, сегодня я ее не буду петь. Я надеюсь, что вы ее услышите чуть попозже, в следующий наш приезд. Вот. Также он снял фильм, называется «Планета бурь», в который он экранизировал произведение Казанцева, одноименное. В ней рассказывается о том, как советские космонавты первыми отправились исследовать планету Венера. Это посвящена именно Венере, вот всех трудностей. Это такой, может быть, сегодня немножко он такой наивный, но в нем есть вот эта настоящая такая героическая линия, чудесная. И эту книгу я читал в детстве. Я посмотрел этот фильм тоже и в детстве, и нашел его совсем недавно, несколько лет назад, и решил, что надо это как-то запечатлеть, оставить, чтобы, может быть, как-то это повлияло на тех людей, которые не знакомы с творчеством Казанцева и с теми работами, которые сделал Павел Клушанцев. Песня называется так и называется «Планета бурь». Фразы из фильма есть. Земля. Старт. Садимся в намеченный район. Площадка с планера выбрана. Квадрат 73. Заверяем советское правительство. Весь советский народ. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать доверие. Планета бурь, планета ярости, мы здесь за тем, чтоб стать сильнее. Здесь места нет лени и слабости, здесь каждый должен быть смелей. Мы от земли летели долго, кто не знал, что здесь нас ждет. Но в нашу цель мы верим твердо, высокий смысл имеет наш полет. Планета бурь, нам не страшны смертельный ветер, огнедышащий вулкан. Для великих дел мы были рождены, но земля нас ждет, и мы вернемся к ней назад. Планета бурь, планета ярости, здесь ураганы, здесь не рай. И пусть маршрут и цель опасны, мы победим и мирно этот край. Планета бурь, планета тайны, но мы найдем любой ответ на все вопросы мироздания, что нас волнуют много тысяч лет. Планета бурь, нам не страшны
смертельный ветер, не дышащий вулкан. Для великих дел ты вырожденный, но земля нас ждет, и мы вернемся к ней назад. Планета Бурь. Тысячи новых камер. Ничего главного. А главное это... Кто это? Планета Бурь. Нам не страшны смертельный ветер, огни дышащий вулкан. Для великих дел мы были рождены, но земля нас ждет, и мы вернемся к ней назад. Планета Бурь. Нам не страшны смертельный ветер, огни дышащий вулкан. Для великих дел мы были рождены, но земля нас ждет, и мы вернемся к ней назад. Планета Бурь. И еще немножко новенького. Контроль над движением. Такой чистый синти-поп 90. Контроль. Контроль. Купили игрушку тебе на день рождения, слотов памяти и телеуправления. Сквозь пустоту эфира, сквозь потолки и стены ты держишь пульт связи. Держишь пульт связи. Держишь путь связи. Контроль над движением. Контроль над движением. Контроль над движением. Простое решение. Приема ждет твоих сигналов. Тебе надоело, и вот машина встала. Знаешь, что послушно, ты знаешь, нет сбоя. И ты теряешь вкус, застываешь стоя. Застываешь стоя.
радиоэфир ничего не теряет. Он передает все то, что принимает. Тебе нажимать, и ты отвечаешь за прошлое и будущее, за то, что ты включаешь, за то, что ты включаешь. Контроль над движением, контроль над движением, контроль над движением, простое решение. Контроль над движением. Контроль над движением, простое решение. Сто процентов Ситипоп. Актуально сейчас. Мне нужна информация. Информация. Я люблю историю. Я из новой генерации. Я повышаю свой IQ. Мне нужна информация. Мне нужна информация. Мне нужна информация, точная и проверенная. Любая спецификация лучше скандальной агитации. Мне нужна информация. Мне нужна информация. Мне нужна информация. Мегабайты текста, гигабайты звука. Это борьба с дегенерацией. Этой борьбе поможет наука. Мне нужна информация. Мне нужна информация. Мне нужна информация, честная и проверенная. Любая спецификация лучше скандальной агитации. Мне нужна информация. 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 Мне нужна
информация. Информация! Ну а теперь то, что я обещал. Старые песни, старая лампа. Кто знает, может подпевать. Наверное, эту песню мы пели на гастролях вместе с кино. Кстати. Весь день напряжение, ты занят с утра, работу сменяет быт. Порой повторяя, что было вчера, время улетит. Белый туман, словно во сне, превратит в незнакомый твой мир. И ты увидишь, как со стены исчезнет любимый кумир. Старую лампу получше протри, и от нее потянет тепло. Когда зажигаются фонари, станет сильней за окном. До самой зари спрячется маленький гном. Когда зажигаются фонари, и за им вдруг станет твой дом. Пусть скромен его интерьер, он отлично подходит для дел. Тебя своим домом разделит барьер, его придумай, ты сам не хотел. Старую лампу получше протри, и от нее потянет тепло. Когда зажигаются фонари, станет темней за окном. Ее отдал тебе древний старик, совсем непонятной игрой. Когда зажигаются фонари, постой, оглянись вокруг. Старую лампу получше протри, и от нее потянет тепло. Когда зажигаются фонари, станет темней за окном. Старую лампу получше протри, и от нее потянет тепло. Когда зажигаются фонари, станет сильней за окном. Yeah.
Спасибо, друзья. И продолжение из этого же альбома «Твой город». Такой респект группе Depeche Mode. Точнее, комплимент. Их видит вдвоем сразу весь город. В метро их несет пешеходная вьюга. Когда все пехотно, затернуты шторы, они изучают строение друг друга. В ночных трамваях, а главном чуть слышно, здесь зинут время в череде остановок. Здесь ожидания становятся лишним, здесь расстаются, чтобы встретиться снова. Наверное, дождь совершенно без чувства стучит морзянкой из телеграфного кода. Бродить по городу — это искусство. За вечер пройдя тут длиною в полгода, много им еще неизвестно. Но станет момент, и все прояснится. И окажется, это не так интересно, если сбудется все, что так часто им снится. Много им еще неизвестно, но станет момент, и все прояснится. И окажется, это не так интересно, если будет все, что так часто им снится. И окажется, это не так интересно, если будет все, что так часто им снится. А теперь песня легендарная. Движение точное по орбитам всех планет нашей системы. Словно просеянный космическим цветом, мысли рождают технопоэмы. В мире властвует гравитатор, сила взаимного притяжения. Все предметы согласно закону осуществляют свою.
твое движение. О, гравитатор. О, гравитатор. Гравитатор в моем подсознании строит заново сгоревшие схемы, словно просеянный космическим знанием. Мысли рождают энергопоэмы. Гравитатор, о, гравитатор. Демонстрации силы техники. Ова! Мгновенный контакт ночью во сне, смена картин, будто в огне. Свет в вагонах метро, как безжизненный взгляд. Движение тысячи лиц, подземный заряд.
электромагнетизм. В каждом звуке электрическая жизнь. Игра на бетоне неясных теней. В биопространстве искусственных дней. Эй! Подземный заряд. Эй, эй, эй! Постмодернизма, старая песня, но в новой упаковке. Такой фьючер-поп. Спираль перфолянты. Тимур
этой песни устало листаешь книгу о новом искусстве, где осменяет картины мира согласно этапам жизненных ритмов, открытая ближе к концу книга сегодняшний день постмодернизма. Время сменяет картины мира согласно этапам жизненных ритмов, открытая ближе к концу книга сегодняшний день постмодернизма. Картины мира, эстетика постмодернизма. Время картины мира, эстетика. Время картины мира, эстетика постмодернизма. Время картины мира, эстетика постмодернизма. Ну а сейчас, я передам микрофон Оле Восканьян. Мы с компанией «Машина Рекордс» выпускаем ее старинный электропоп, ретро-электропоп альбом «Автомобили». Максим Кондрашов сделал ремикс на этот трек, и мы решили его сегодня исполнить. Ну, так сказать, как бы презентация этой песни и вообще этого альбома. Мы воле судеб 80-е годы как-то не удалось нам это донести до вообще массового слушателя. Ну, может быть, сейчас этот диск как-то вот отразится в сердцах любителей ретро, синти и электропоп музыки. Оля. Yeah.
такая добрая, хорошая песня. Вот, так что следите за новостями ВКонтакте, в Фейсбуке. Мы выложим обязательно, когда диск выйдет. Такой будет чудесный, такой милый. Трамвай. Такая у нас веселая часть программы. Дискотечная. Работа.
машина, душа, тело. В этом новом видении жизни любимое дело. В лабиринте на телеэкране, в лабиринте мечется кто-то, похожий на нас с вами. Кто-то похожий. Попадает с моей.
Спасибо. Чуть-чуть не так спел. И традиционная песня, которая собой характеризует тот стиль, который я назвал техноромантика, песня техноромантики. Извиняюсь. Сейчас. Техноромантики. И что-то обязательно идет не так. Что-то идет не так. Да нет, ну понятно, надо же просто уважать людей-то, которые вокруг тебя.
сейчас спокойная песня, может быть. Песня поутихнет. Спасибо, друзья. Ну, вспомним старый.
старую песню «Биоконструктор» напоследок. Кто-то не слышал из альбома «Первопроходцы», да, который на Марсе, но там была песня про биоконструктор. Продолжение. Все-таки
У него сложная ситуация. Слова хорошо слышно? Да? Его конструктор
Оля Восканьян, Александр Яковлев, Био. Ну, спасибо, я просто уже больше не могу физически.